Всем привет, вы на моем начинающем канале. Я все же смог придумать название для канала. Я решил назвать ее типа Game One, как и игровой фургон. В этом ролике будут нестандартные рейды, так как у нас было мало скрапа, мы решили изучить дробовик и патроны на нее и рейд с дробовиком. Но это вышло очень эпично и довольно опытный рейд. Надеюсь, вам понравится такой формат и поддержите канал лайком и подпиской, а если нет, то дизлайком. Приятного просмотра, всем удачи! Yeah.
Итак, ребят, со всех этих рейдов мы получили ресурсов и компонентов для крафта машины. Построил гараж у дома 2 на 2 для маленькой машины нашей. У нас будет очень маленькая машина, и так как она очень много ресурсов жрет, около 40 шестеренок, 18, там сколько там пластин, решил маленько поставить машину. И двери оставить такие же, она проходит через эти двери. Конечно, видите, немного неудобно. В планах у меня была другая машина, но ресурсов хотел только на такую. Думаю, тоже неплохая машина будет. Катается очень круто. Просто не описать словами, короче. Думаю, на этом и закончу вторую часть. Было довольно интересно для меня. Не знаю, как вам. Пишите в комментариях. Всем пока. До новых встреч.